Ранним утром в проулок Кипарисовый, который находится в селе Витязево, зашла тяжелая спецтехника. Сносимый объект – незаконная гостиница. Здание не имело разрешительной документации, то есть, по сути, было самостроем и было возведено на арендованном земельном участке муниципальной земли. После выявления нарушения администрация города обратилась в суд о демонтаже здания. Вердикт Фемиды – гостиницу снести. Решением Анапского городского суда в 2016 году был удовлетворен иск администрации муниципального образования города-курорта Анапа о сносе капитального четырехэтажного здания. В настоящее время во взаимодействии краевого управления службы судебных приставов и администрации муниципального образования города-курорта Анапа производятся работы по исполнению решения суда. Работы предстоит много. Для сноса этой четырехэтажной постройки, которая как-то расположилась на одной сотке, необходимо как минимум 3 дня. Под снос идет гостиница площадью около 2000 квадратных метров. На объекте работают 2 единицы техники. Работы по демонтажу продолжаются. Муниципальный контроль по поручению главы Анапы сегодня особое внимание уделяет ситуации по самостроям. Незаконные объекты выявляются, материалы направляются в судебное производство. Практика последнего времени показывает, что в большинстве случаев капитальные строения идут под снос. Руслан Душевский, Анапа, регион.